Верховный суд Хакасии пересмотрел сегодня дело насильника Олега Тюльберова. Если в первый раз он не нашел доказательства следствия убедительными, то сегодня исход дела был другим. Суды над Тюльберовым длятся еще с 2008 года. Мужчина изнасиловал выпускницу ХГУ Юлию Албычакову. После надругательства девушку из квартиры насильник выпускать не хотел. Юлия в шоковом состоянии пошла на крайности и выпрыгнула с балкона 5-го этажа. Суд насильника оправдал. Это решение возмутило родных и друзей погибшей. Они обратились в Верховный суд России и добились пересмотра дела. В Хакасии дело Тюльберова на этот раз рассматривал другой судья. Он посчитал собранные доказательства исчерпывающими. Преступник проведет за решеткой 8 лет.